Всем привет! Сегодня пойдет речь о моем давнем приобретении, понижающем трансформаторе на 3000 Вт. Естественно, как вы поняли по надписям, этот трансформатор я покупал на китайском сайте. Сайт всеми известный, это AliExpress. Этот трансформатор мне обошелся, если быть точным, стоимость его обошлась мне $118. Он здесь очень простой, здесь ничего сложного нету. А выбор у меня остановился на этом, на китайском трансформаторе. Из-за того, что, сами вы понимаете, кто смотрит мои ролики, я приобретал в Штатах именно безвоздушный компрессор, граковский безвоздушный компрессор. А в Штатах, вы сами знаете, там идет вольтаж именно 110 вольт. Чтобы он у нас не сгорел, мне пришлось приобрести понижающий трансформатор. Остановился на этом выборе из-за того, что он самый большой его плюс, очень маленький вес. Весит он 6 килограмм. Не граммом больше, именно конкретно 6 килограмм. Ну вот. Здесь в характеристиках ничего сложного нету. Здесь стоит кнопка пуск, то есть включение, выключение. Это обыкновенный понижающий трансформатор. Внутри стоит просто катушка, ну и плюс маленькая плата на кнопочку. Я уже разбирал, смотрел. Плюс здесь с верхней части есть гнездо для американской вилки, либо для английской или какой там вилки. Ну вот. Этот трансформатор шел просто трансформатор, ничего лишнего, то есть ни коробочки, ничего, просто именно отдельный трансформатор. Единственный минус был, что они что-то делают именно под американскую вилку, то есть вилки именно американские. Пришлось сразу покупать переходничок, он очень дешевый там, обошлось мне в 60 центов. То есть сразу, если вы будете покупать такой трансформатор, сразу берите переходник на нашу европейскую вилку. Что хотел сказать, почему выбор у меня остановился. Это первое, что у него очень маленький вес. Нашу я хотел купить у нас здесь в Беларуси, в Минске. Но именно почему не сделал, из-за того, что у наших трансформаторов, которых они поставщики приобретают в России, очень большой вес. Вес тех трансформаторов начинается от 13 килограмм и выше. То есть тот, который мне нужен конкретно был на 3000 ватт, понижающий, весит 15 килограмм. Сами понимаете, если у меня компрессор 6 килограмм и тягать понижающий трансформатор 15 килограмм, ну это для меня не вариант. У меня трансформатор, получается, весит то же самое, что обыкновенный аккумулятор для машины. Поэтому я остановился на китайском сайте, именно почему приобретал там. У них, если кто-то будет приобретать, смело приобретайте, он у меня уже полгода, никаких проблем у меня с ним не возникло. Ну вот. У них там в продаже имеется очень большой выбор, начиная от 300 ватт и заканчивая 5000 ватт. То есть выбор там огроменный. Единственное, что постарайтесь найти поставщика, который именно вам, у которого самая будет минимальная цена. Я очень долго искал, и один единственный поставщик, у которого было именно за 118, у других начиналось от 130 и выше. Так что, если кому-то видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь, буду рад. Кому нет, палец вниз, задавайте вопросы, и извините, если что-то не так, снимаю с одного дубля. Все, всем пока!